Это, наверное, одна из самых принципиальных и ключевых проблем. Это свобода слова, свобода выражения в Беларуси. Это проблема всего общества, условия работы журналиста, доступа к информации. К сожалению, мы та страна, вот, ну и журналисты, журналистское сообщество, любой из моих коллег всегда под угрозой возбуждения уголовного дела, особенно если он пишет и позволяет себе высказывания, связанные с оценкой работы главы государства, представителя государственных органов управления. В общем, журналистам работать в Беларуси, конечно, очень сложно, но те, кто остался, те, кто работают в независимых, вне государственных масс-медиа, это люди с очень твердой гражданской позицией. Я вообще необыкновенно уважаю своих коллег и считаю, что их профессиональный уровень очень достойный и высокий.